А вот и моя семья в ее естественной среде обитания. А ведь за пределами этой комнаты лежит прекрасный, почти бескрайний... Макс, говори прямо. Предлагаю нам всем сегодня сходить в музей космонавтики. Итак, давайте поговорим про сериал. О чем вообще сериал? В чем была его главная задумка? Что вы хотели показать как детям, так и взрослым? Мы хотели создать мультик про хорошую, добрую семью. У нас много народу. Где-то они вот как здесь участвуют всей толпой. Ну, в сериале также есть серия, которая поднимает проблемы каждого отдельного нашего воробушка. Вот. Сталкиваются с проблемами, решают их. Это их главная задача — показать, как можно решать проблемы большой семьи. А какие у нас ключевые персонажи есть? Кто у нас мама, кто папа? И вообще, откуда пошли типажи этих персонажей? Есть такая вот теория, что вот у нас воробьишки, которые не летают. Режиссер об этом сказал так: если бы они летали, у них бы не было проблем. Давайте для всех перечислим, как кого зовут для начала, и вы расскажете нам, кто самый любимый всей семейки. У нас есть Макс, очень умный воробей, прям настолько умный, что аж немножечко душный, но при этом добрый и приятный персонаж. Очень активный современный ребенок. Она ведет свой блог, развивается, всячески исследует соцсети и хочет стать блогером. Есть братья Боря и Рома. Это стихийное бедствие. Они близнецы и все время готовы ввязываться в абсолютно любую авантюру, которую им предлагают. И есть маленькая Алиночка, которая самая милая в семье. Маленькая такая желтая воробьишечка, который очень редко разговаривает, но если разговаривает, то всегда по существу. Очень веселый, но при этом тоже очень умный папа. Он работает в НИИ чего-то. Это пока не раскрывается. Глава семьи, по крайней мере, он так думает. И объединяющий всю эту семью у нас есть мама, которая, на которой держится весь дом, и все это не разбегается в разные стороны, собственно, жизненно. А подскажите, как вообще создавать сейчас мультфильмы? Насколько это сложно, насколько это, может быть, легко? И вообще вся эта история с детской мультипликацией, как к ней прийти? Наверное, мне сложно ответить на вопрос. Я всегда хотел заниматься мультиками. С детства хотел участвовать в мультипликации мультиков в целом. Заниматься тяжело неоднозначно, потому что начинать любой мультфильм очень тяжело, но это самое веселое время для мультфильма, потому что в нем ты, самое большое бурление, там эмоции, создание, кризисы, взлеты, падения, все остальное. Это вот начало мультфильма, это смешанные чувства. Впоследствии мультфильм выходит на определенные рельсы, он уже становится предсказуем, он выпускается серия за серией, и это превращается в приятную, но немножко рутину. Это что касается создания мультика. Как создавать детские мультики? Надо оставлять в себе ребенка, и если мы будем от этого бежать, то никаких хороших мультиков не получится. А есть какой-нибудь совет для самых юных ребят? Может быть, кто-нибудь уже сейчас думает о том, что любит рисовать и может куда-нибудь это потом продолжить. Есть ли какие-то советы, как прийти к тому, что твои мультфильмы будут показывать в музее космонавтики? Советы, наверное, не уверен. А вот историю, как я выбрал этот путь, могу рассказать. Мой родной город, город Норильск, это север крайний. Там художественные профессии не в фаворе, так сказать. Там все связано с рудой, шахтерами и так далее. Я очень любил рисовать, но не видел себя художником, потому что в этом городе такого не было. В какой-то момент, я еще был маленький, на экране кинотеатров местного вышел первый мультик вселенной «Богатыри», «Три богатыря», где впоследствии в титрах я увидел, что есть студия «Мельница», она находится в Питере, и это наш мультик. И оказывается, полнометражные мультики типа Диснея могут выпускаться здесь. Я очень захотел в Питер. И последующие все мои мысли связаны были с этим. Собственно, я попал потом в Питер на «Мельницу» и участвовал в «Богатырях». Главное — зародить вот этот вот первый импульс, который будет двигать тебя дальше. А такой вопрос. Назовите три ваших самых любимых детских мультфильма.
Чикчирикина. Давайте перейдем тогда к нашей серии космической, вообще к созданию мультфильма. Если вы, друзья, заметили, на фоне постоянно мелькали очень знакомые нам локации. Например, там была Сталинская высотка и Москва-Сити, когда у нас наши герои-персонажи сидели в машине, в пробке, сзади виднелось что-то очень похожее. Действительно, это не просто похожее, а правильно я понимаю, что это буквально фотография из реального города, с реальными предметами вы играете как-то, и вы создаете таким образом общую картинку мультфильма. Да, там сразу есть и узнаваемые, и неузнаваемые элементы. То есть элементы города, в основном Москвы, как мы здесь его производим, где-то есть другие элементы, но они не всегда на тех же самых местах. Есть такое ощущение, что что-то знакомое, но мы не понимаем, где это. А вообще суть создания фотофанов заключается в том, что в мультфильме наши персонажи очень простые. У них хорошая психология, то есть они понятны с точки зрения эмоций, но они просты визуально, да, их легко отличить. И на их место довольно легко встать, то есть представить себя на их месте. Но при этом фоны, чтобы вам было удобно в этом окружении, они должны быть ощущаемыми. Поэтому они фотографически похожи, реалистичные такие, ну, с условием мира Чикчирикина. А когда пришла мысль прийти в наш музей и вообще включить музей космонавтики в историю семейки и их приключения? Я немножко погружу в создание. Чуть-чуть буквально. Всегда мультфильм начинается с салфетки. То есть пишут буквами, прописывают мир, прописывают, что будут делать персонажи. Очень много что прописывается план мультфильма, так сказать. Как будет развиваться, пишутся несколько серий, чем закончится, всегда должны знать. И вот там уже становится многое известно. Сильно позже подключаются ребята, вот художники, постановщики и все остальное. Это вот когда уже закончен сценарий, выбрано, сколько будет серий и так далее и тому подобное. Вот тогда только ребята прибегают и начинают делать художественный мир. В этот момент мы уже многое знаем. Мы знаем, как будет развиваться сериал и куда мы пойдем. И вот тогда мы уже планируем. Вот музей космонавтики. И, соответственно, мы уже знали, что мы хотим музей, и все это время уже заранее работали. Так, нам надо музей, давайте с ними созваниваться, давайте говорить. Друзья, чтобы вы понимали, всего было сделано 35 фотографий, но их было гораздо больше, но именно 35 фотографий легли в основу создания мультфильма. Мы с вами увидим некоторые экспонаты, которые есть у нас в музее. Советую приглядеться, и потом, когда будете гулять по нашей экспозиции, как и герои сериала, посмотреть на эти экспонаты и вспомнить нашу серию. Мы здесь. Еле смогли уйти с МКС. Это был ни с чем не сравнимый опыт. Никогда не думала, что я, Василиса Чирикина, выйду в открытый космос. Это было так круто. Мы победили всех шпионских клонов и нашли космическую карту. А еще мы управляли роботом и прицепили крюк к кольцу. Мультики, во!